Здорово всем, ребята, Хинтуха на проводе. И прямо сегодня я притворюсь разработчиком и затроллю Агродеда. Вам не послышалось, это будет нереально крутое видео. Поэтому, ребятки, прямо в эту секунду прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой канал. Ну а мы начинаем. Ну а вот и наша дорогулечка. Посмотрите название стрима. Разработчики, что вы творите? Ой, братанчик, мы такое творим, ты даже не представляешь. Давайте послушаем, что он там говорит, а? Все, лайки прожали, стрим поехал, ехал стрим. Ну, самурай, ну, хотя бы самурай бы упал. Ох, ребята, не везет ему немножко злиться он, да? Что падает плохой дроп, ой, бывает такое, братанчик. Вот сейчас мы твой пуканчик по-настоящему подожжем. Так, ребятки, вперед отправлять. Донатик. Ну а донатик будет таким. Имя. Разработчик Махмуд. И текст доната. Привет, деда. Чё с названием стрима? Я разработчик Махмуд. Вызываю тебя на дуэль. Не обращай внимания на мои ошибки. Сказанный. Мой айди. Я тебя приглашаю. И кидаю ему такой донат. Мне просто интересно, какая у него будет реакция вот на этот донат. Давайте отправим и послушаем. Это будет очень весело. Боже мой, кто это? Донатик! Привет, деда! Игра стрима! Я разработчик Мухмуд! Визываю тебя на дуэль! Не обращай внимания на ошибки, я сказал! Подожди, стоп, кто? 7866? Что у меня с названием стрима? Да потому что! Потому что кипело, потому что жопа! Можно сгорать! Только и кейсы эти, и крутим, и крутим, и крутим, и крутим! Так, все, ребятки, импулечка. А теперь мы перемещаемся в игру, и я его приглашаю в лобби. Так, ребят, ты что ждем? Давай, давай, давай. Самое главное, чтобы не спалил, что это кастомное лобби. Так, региончик надо поменять. О. Разработчик! Чуваки, он реально разработчик? Не, реально разработчик? Или мне опять кто-то? Или опять не кто-то в уши приглашает? Разработчик! Не, ну здесь-то ну правильно. Стоп, а я вот только поменял. У меня вот такая вот аватарка, если чё. Стоп, а чё у меня аватарка не обновилась, чё за дичь? Так, я его приглашаю еще раз в лобби. Блин, я отвечаю, я аватарка меня. Не, а подожди, а чё у нас Махмудов берут в студию? А, тогда понятно, почему у нас античиты не работают. Махмудов всяких в разработчики добавляли, блин. Давайте ему напишу. Здравствуй, я разраб. Мне просто интересно, что он там думает. Напишу. Посмотри мой клан. А на что дуэль? Посмотри мой клан, я разраб. Реально разраб, говорит, слышь? Подожди, Дэвмахм? Пожалуй, Дэвмахм какой-то. Сезон 6 у него стоит. Реально, Дэв68, реально разраб. Он говорит, а на что дуэль? Ой, дорогулечки ты моя, на что дуэль? Напишу. Дуэль на твой рот. Ой, дуэль на маг 10 руби, если выиграешь. А если проиграешь, я даю бан. Подожди, стой! А без бана! Можно? Мне бан не нужен, ты пошел ты! Че за раздрах? Какие баны? Выбирай или бан просто так, или дуэль. Слышь, хочет без бана. Выбирай или бан просто так, или дуэль. Го дуэль. Го дуэль, чат. Блин, а представляете, это реально разработчик? Это же реально может быть разработчик. Да, это разраб, мы с ним уже играли дуэль. Вы что мне спамите в чате, что это реально разраб? Мне все в чате пишут, что это реально разраб. Слушай, а давайте мы какой-то маг 10 применим, чтобы он не спалил меня. Надо какой-то маг 10 применить, который похожий на маг 10 рубик. Иначе, братва, нам обелла, нас спалят. Так, о! Вот этот маг 10 прям идеально похож на маг 10 руби. Так, и, кстати, да, пока не забыл, у меня кастомный лобби, кто не знает, вот-вот, обратите внимание. И я сейчас себе незаметненько включу маг 10. Опа, применить. Оп, все, имбулечка. Посмотри, мой клан, я реал разраб. Да, мне в чате тоже пишут, я готов вас выиграть и забрать маг 10 руби, мой первый в жизни. Ой, имба, все просто. Сюда! Реально разраб, реально разраб. Напишу. И маг 10
покажу в катке. У него есть МАК-10! Окей. У него есть МАК-10, чат! У него реально есть МАК-10! Вы представляете? Все, пишу. Погнали! Так, все, пацаны. Пожелайте мне удачи, а мы запускаемся. Так, ребят, самое главное мне зайти за КТ. Не, я в шоке от того, что у него реально МАК-10 есть. Да, он разработчик, он играет в дуэли с ютуберами, и если его выйдут, он реально отдает. Так если он реально отдает, так что он реально и забанить меня может? Блин, парни, мне это не нравится. Мне это максимально не нравится. О, смотри, я за КТ купил АКР. Интересно, он спалит это или нет? Также, ребят, у меня, как видите, есть быстрый бег. Не палимся. Смотрите, оп, показываем ему. Чё, у него калаш? Подожди, у него калаш за КТ? Подожди, а как? Ха-ха-ха! Он, наверное, не понимает, тут кого-то у меня. АКР ТХ. Давайте напишу. Показать МАК-10. А как калаш за КТ? Да! А как у вас калаш за КТ оказался? Иди на мид, ща покажу. Так, все, импали. Имбулечка. Так, ребят, теперь я типа покупаю МАК-10. Все, бежим. И идем на мид. Подожди, иду на мид. Выкидываю пока все свое. Ага. Оп, все. Показали! С него хватит, все, он увидел. У него МАК-10. Подожди, реально? А куда он бежал? А теперь давайте по приколу спрошу. Увидел. А что он не показал? Он меня обманул! Где мой МАК-10? Нет! А почему у меня 8 долларов? 5 брони, 95 хп. А что за хрень, алё? Я напишу. Я не кидок. Только я нубик разраб. Не выноси меня жестко. Я, говорит, не кидок. Почему у меня 8 долларов? Все, найсик, я ему написал. А теперь погнали играть против него. Так, в первом раунде я куплю ВМ. Просто представьте на его челюху. Я в первом раунде, я с Савиком. Так, не палимся. Я за МАК-10 сейчас его просто, чтоб ты знал, буду убивать. Вообще до полпятого, а может быть до полшестого, чтобы ему больно было. Чат, поддерживаем, хэштег где тащи. Он вообще номера. Слушай, у него такие дорогие скины. У меня такое ощущение, то что он больше просто разрапа, чем я. Давайте напишу. Ого, ты жесткий кибер. Хорошо, я буду чуть-чуть поддаваться вам. Давайте напишу. СПС. Но если будешь сильно поддаваться, то бан. Чтоб он сильно не расслаблялся. Я просто вынесу его, просто в щи. Реально, в щи его вынесу. Просто тра-та-та-та-та. Его буду выносить. Играем, давай, играем на всю силу. А ну-ка. Просто такой нуб. Вот здесь, а я! Да-да! Да ты почему? Умри! Хана не попадает! Да. Ё-моё! Он еле-еле меня забрал просто. Где, ребят, он такой нуб, я могу расслабиться, подожди. Он же нубер, я могу расслабиться. Что-то походу все. Чат, сейчас МАК-10 у меня будет. У деда МАК-10 будет. У деда будет МАК-10! Эй, слушай! Меня Махмуд зовут! Так, ребятки, короче, есть очень срочная инфа. На полдропчик приплыл мегалодон! И вам надо помочь его прямо сейчас отдубасить. За то, что вы убьете, прикиньте, вы получаете бесплатную энергию. А знаете, что там с этой энергией? Вы меняете на бесплатные скины! Но это не все. Также есть новые касики. И это не все. Также небольшой подарок от Кента ПК. Это, ребята, бесплатный сундук. Это бесплатная энергия. Это бесплатный процентик. Ну что же, а мы идем дальше. Прикиньте, ребята, если он выиграет, это будет габелла. Так, самое главное, мы вначале потеряемся жестким дубом. Давайте напишу. Гомит М40. А сам приду с АВМом. Да я ж не успел купить, блин, тупой разработчик какой-то вообще. Я не успел купить М40. Нет, не успел купить М40, сори. Поэтому я буду убивать его с эски. Напишу, тогда го ножи. Все, найсик, я написал го ножи. Блин, окей, гоу, напишу гоу. Гоу, хорошо, гоу. Чуваки, это самый изичный МАК-10 Руби, который только может быть. Да он пишет го. Давай, родники, иди сюда. А где он? А вот он. И напишу изи. Смотри. В смысле у Навик? Ты чё, скот? Ты чё?
Мы же договорились, наш! Алло! Что за фигня, блин? Ой, я забыл. Го еще раз. Я говорю, забыл, го еще раз. Не, что у меня? Давай, выходи. Так, ребята, в этом раунде я возьму опять АВМ. И давайте мы еще раз его замочим. Второй раунд подряд. Затроллили деда, затроллили. Ты че? Ты с камер. Ты вообще офигел? Я сейчас заберу свой Mac 10 Руби. Алло, надо было стрелять. Все, играем Б и Тёмка. Погнали. Все, он офигел, он реально охренел. Алло, надо было стрелять. Ты сказал за на шах! Все понятно, все понятно, все понятно. С камер на разрабе. Так, все починены. Давайте так, я ему написал, играем Б и Тёмка. А сам прямо сейчас его обойду через мид. А, он уже заплентил? Иди сюда. Пошел ты в баню, сейчас я перезаряжусь. Пулемет взял, серьезно? Ты пулемет взял? Так, на лицо ему. И давайте напишу. У меня проблемы с АИ, мом. Я не размят. Ну вот, если бы я был бы размят, вот тогда было бы другое дело. А так я не размят, поэтому я и проиграл. Ну, это знаете, что я сделаю, разработчик? Я тебя подойду и вот так вот поделаю. Вот так вот просто разработчика чат. Вот так вот чат на разработчика. Блин, ну я хочу обойти через мид просто трындец как сильно. Все, поехали. Незаметно и на шифте. Где он? Где он опять спрятался? А? Где он опять спрятался, разработчик? Что, ставить можно? Он не знает, что я тут. А где он? А, он заплантил. О, я придумал, давайте спиной так. Вот так выбью спиной. Чат, где он? А, на лангу, падла. На тебе! И поехали. Да, блин, это кноп! Я не ту кнопку нажал! Давайте напишу. Ого, ты кибер? Да, все, тебе ГГ. Готов сливать мне Mac 10. Не играй так жестко, а то бан. Да буду я играть жестко, ты понял? Я буду жестко играть. Готов сливать мне, серьезно, я буду жестко играть. Ща посмотрим, кому ге-ге. Разработчик Махмуд. Никогда не проигрываем. Так, братва, давайте так. О, давайте из МКР. Он вообще по-любому будет в шоке, то, что у меня есть СКР. Поехали. Вот так, аккуратненько. Опа, на, чисто поимут меня номер. Мне кажется, меня будут обманывать. Мне кажется, меня будут троллить. Мне кажется, меня будут обманывать, реально. Да он вообще как у него калаш опять. Давай, иди сюда. Троечка, давай. Ну я почти сделал это. Так, ну чё, в этом раунде, знаете что, я себе возьму. О, возьму АВМ и давайте напишу. Го, АВМ, мид. А я буду с калашом, я его обману. Ну а чё, это дуэль? Он меня в прошлый раз обманывал. Незаметненько, крадёмся. А где он ходит? По брейну. Вызывайте ему скорую! Все, я вам серьезно говорю. Этот разработчик больше не будет работать в студии, я вам серьезно говорю. Нормально, ребята. Счет 5-3, и я вам скажу, да. Может, я немножко проиграю, но ничего страшного. А сколько у тебя ХП? Просто ради интереса, сколько у него ХП? Как вы думаете, он заметил это или нет? У меня достаточно ХП, чтобы тебя убить, ты понял? Сколько у тебя ХП? Сколько ты поставил? Сколько у меня ХП и есть? Он специально это мне... Стоп, он надо издевать сейчас. Я возьму оружие, с которым играют настоящие разработчики. Это дробаш. Ау, не игнор. Я просто... Ау, не игнор. Я специально, пускай он думает, что я ему пишу. Наприн! А теперь сюда, а теперь вот так, а теперь... Много, прости меня, мама, отвлекла от стрима, напишу ему. Еще минус один раунд. Блин, ребят, я вам скажу честно, главное не переборщить, потому что уже очень скоро надо начинать компетить. Он пишет много. У меня 130, я сделал, чтоб не проиграть. А-а-а!
тварь, у него 130 хп! Он что, охренел, что ли? Он все равно проиграет, он все равно проиграет, я все равно его выиграю. В этом раунде предлагаю купить, не, маг-десяток покупать мы точно не будем, АКР. Все, поехали. И давайте я ему напишу. Я подрубаю АИМ. И погнали, чем мы жестко поставим маслину. Я раскид профессиональный сделал, сейчас ставлю бамбу, смотри, просто, просто, пам. Просто пам, поставил. А теперь отходим, отходим подальше, отходим подальше. Отходим, 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 все, имба. Я слышу, когда он убежал, он туда убежал. Нормально, а им подрубили. Он сквозь стену меня убил. Он меня сквозь стену шмакнул. Напишу. Это все АИМ. Я ща еще один раунд с ним сыграю. Ты меня сквозь стену убил. Так нечестно. Мне обидно. Ну, я на его языке говорю, а обидно. А то, что разраб проигрывает, это честно? Да, честно. Да. Ох, сейчас ты ответишь, дорогулечки ты мои. Говорит честно, что разраб проигрывает. Я тебе еще такую шляпку поставлю. Легчаешь, ребята, легчайше! Ты что подрубил? Ты что подрубил? Читы! Вы видели, как он стал играть? Напишу, вырубаю АИМ, а то ты, ну, гомит ножи. Я на мид, я больше на мид не поведусь. Я на твой мид больше не поведусь. А где он? А где? Он говорит, я на твой мид больше не поведусь. Что это, тварь? Так нечестно, я печатал! Я печатал! Прям на базе, как нуба! Так, ну что же, счет 6-6. Очень даже неплохо. Так, ребятки, в этом раунде... О, давайте еще напишу. Ща будет тактика взрыв пуканчика. Тактика взрыв пуканчика. Чего будет? Это что такое? Это что такое? Все, поехали, ребята. Тактика взрыва пуканчика. Опа! Блин, а где он? Все, я пишу, я подрубаю. Я подрубил. Он все подрубил, прыгает, алло! Иди в жопа! Гарри, Гарри, ясно, чтобы не погасло. Опа! Дорогулечка ты моя, иди сюда, мой маленький. Вау! Он тут! Нет! Нет! Это было на тоненьком. Тварь, тварь, да пошел ты нахрен. Нет, чуваки, я предлагаю, я пишу заявление в полицию. Я пишу заяву в полицию на тебя. Я разраб, мне все можно. Я тут какой-то безумный разработчик. Я пишу заяву в полицию. Заяву в полицию. Я разраб, мне все можно. Все нормально. Так, ребят, в этом раунде знаете, что сделать разраб? О, давайте тактику. Напишу, тактика, ежик в тумане. Я думаю, вы все понимаете суть этой тактики. Опа-папа, о, хорошо, ой, хорошо. А он еще сам дым кинул один, идеально, он как будто мне помогает. Весь, а, мне что-то заболело сбоку. А, мне больно, чат, мне что-то заболело, где он? Он же зачем может по всей карте летать, алло? Он может по всей карте летать, алло, подожди, где он? Что это? Дым. Так, ребят, ну что, как вам тактика ежик в тумане, а? Сюда? Какого хера? Чё за хуйня? Ой, блин, я его увидел сверху. Так, хорошо, хорошо, не палимся, не палимся, ждем, ждем, ждем. Ой, какая же это имба, пацаны. Ну что, где наш любимый дед, а где он? Я ни хрена не вижу. Я пачку ставлю и ушел. Убегаю, убегаю от него. А где он заплентил, я просто ничего не вижу. Где? А где он заплентил? Я даже не вижу, где он заплентил. Ё-моё, пацаны, я пачку не могу найти. Вот и нашел минус этой тактики. А где пачка, реально? Пачки, а, нашел. О. Дефюжу. Дефюжу. Чё, почему? Почему он не сдох? Я его зарезал. Главу сломал. У меня кнопка отвалилась. Просто как бота. Изика. Тупо сделал тебя как пожилого деда.
ты мне должен новую клавиатуру, я ее из-за тебя сломал! Изи катка тупо что? У меня кнопка отвалилась, смотрите, я ее реально отломал! Блин, у нее под там очень жестко горит. Давайте я напишу. Бро, я вырубаю, сори. Я вырубаю и погнали. Давай вырубай. Сори, говорит. А, испугался полиции, да? Че, жареным запахло, да? Запахло, да, жареным? Понял, что я сейчас, заяву в полицию тебя накатаю, да? Испугался по-любому, испугался. Как играть раздрап без софта? Без админских команд? Так, по брейну идем, по брейну, по брейну. Все, туда тебя, туда тебя, туда тебя, понял? Туда тебя, что не подбирается, халаш? Вот тебе напишу. Я думал, ты сверху будешь. Так, ну чё, пацаны? Счет 8-7. И, конечно же, в этом раунде я беру. Слушай, а знаете, что я сделаю? А я сейчас просто запрячусь и все. А как вам такая идея? Так, тут просто запрячусь. Он не знает то, что я тут. Так, тихо. Ага. Он в ребрах, он в ребрах. Так, он там где-то... Откуда инфа по мне? О, нет. Только не говорите, что он знает, что я тут. Не, мужик! Дедуля, мафиозник, ты не знаешь, что же я тут. Не палимся? Не... Ай, блин, спалився! Спалився, напишу. Ого, ты брейн новый. Сюда просто тебя бота! У него юзб генезис? У разработчика юзб генезис? Да ну нафиг! Ого, ты брейновый. А это я. Да. Я умею по брейну играть, просто easy modern squeezy. Счет 8-8. Блин, ребят, самое главное не проиграть в этом троллинге. Напишу. Я ща на один раунд подрублю, чтоби не проиграть. А! Я сейчас его обману, чат. Я сейчас его обману. Ребят, смотрите, что я сейчас сделаю. Смотрите, что я сейчас на поставлю. Лох этого обману, смотрите, просто Галимова. Сейчас я на поставлю. Чтоб он знал просто, с кем он играет. Алло, блин. Просто, ребята, сейчас можно делать все, что мы хотим. О, давайте вот так. Хаешки, флешки, дымовухи, слепухи. Просто все будем кидать. Вот так просто. Вот так тупо на язычах. Опа, вот так, ребят, подрубаем. Единственное, не понимаю, что все эти флешки по мне прилетают. Прям мне в лицо как будто. Так, мне интересно. О! Чего? Это не план Б, он на план А пошел! Вот так поставил и убегаю. А теперь смотрите, ждем его просто. А я тоже так могу. Ай, а он мухлюет, а нехорошо мухлевать. У меня есть план. Я думаю, он тут. Что он делает, алло? Что происходит? Что за хрень? Что за хрень? Нет! Все, ничего себе, у меня 6 хп осталось, я чуть не слился. Ты читер! Вы видели, у меня просто сжег там! Ты откуда? Я на один раунд, чтобы не выигрывать. Он реально подрубил, он меня обманул. Давай напишу. Фух, думал, проиграю. Сейчас ты проиграешь, сейчас ты просрешь, па***а. Все, габелла ему. Ребята, счет 9-8, и давайте в этом раунде я над ним жестко прикольнусь. Я знаете, что я хочу сделать? Я еще его увижу и случайно все выброшу. Ты еще все просрешь, па***а. Поехали. Так, давайте, опять. Чисто тупо им. Это что? А-а-а! Твою мать! На флешку жуй! Жуй! Вон! Все, туда! 9-9, пацаны, все, ребята, финальный, последний, ластовый раунд напишу. Ща, если сольешь, жди бан. Так, а если меня реально забанят? А если меня реально забанят, парни, это же жестко будет, ну реально. Я думаю, не надо меня банить. Не забанят меня, не знаю, не верю. Так, ребята, что мы берем в этом раунде? В этом раунде надо прям красиво закончить. Блин, я так хочу его посадить на нож, вы даже не представляете. Я не знаю, это выйдет или нет, но надо попробовать. Ой, блин. Тише. Идеально. Ребят, надо его посадить на нож. Сейчас. Мак, где есть труби? Все, чат, тихо, чат. Хэштег где тащи. В чате хэштег где тащи. Все, не палимся, я тут. Блин, я так хочу его на нож посадить. Надеюсь, у меня это выйдет. Ох, ребятки, страшно. Так, еще один. Вот так, дым. Чтоб наверняка. Опять все в смоку, блин. Я сейчас на побегу. Так.
Я сейчас выиграю. Я выиграю его. Я выиграю. Я выиграю. Я выиграю. Я смогу это сделать. Я выиграю. Где он? Чего тут нет? Он опять убежал на другой плент или что? Он опять убежал на другой плент! Просто по дефолту прячусь. И ждем. Сидим, ждем. Сидим, ждем просто. Смотрите. Тише. Ой, блин. Да! Вы видели, что я дал? Какого? Как он меня зарезал? Как? Сквозь стенку, блин. Как, блядь, он меня зарезал? Сквозь стенку! Что это было, блядь? А теперь давайте напишу. А как диффузить? А как диффузить? Все, типа вспомнил, типа вспомнил. Я успею или нет? Успел, да! Мы выиграли! Это просто, ребята, идеальная концовочка! Вы это видели? Не, это гениально, ребята, просто прожмите лайк, если вам понравилось подобное видео, потому что это просто шедевр! Да сейчас, мне что, реально забанят? Да ну нахрен! Не, пожалуйста, только не бань меня, не надо! Не надо, я голды дам! Я промокоды дам, не надо, не банить, только не банить! Только не банить, пожалуйста, нет! Че за хрень, блин, че мне выкинуло из катки? Не бань, я просто был не в форме. У меня животик, Бобо. Включи микро в игре. А как его включать в игре? Подожди. Включаю. Эй, слушай. Я махнут разработчик. Брат. Алло. Брат. Привет. Меня махнут зовут. Понимаешь? А меня Лёша. Ты бан проиграл, понимаешь? У меня живот болел, я же говорю, нечестно, ну. Если бы у меня живот не болел, я бы выиграл. Слушай, Лёша, передай привет каналу Кент ОПК. Ты, это ты что ли? Клавиатуру сломал! У меня кнопка, смотри! У меня кнопка в чат, посмотри, у меня кнопка отлетела! Ты мне клавиатуру торчишь! Она 8 тысяч стоит! Лёх, ты просто не нажимай на эту кнопку. Ну что ж, мои уважаемые подписчики, это вышло нереально крутое видео! Прямо в эту секунду прожмите лайк! Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий!